Как говорится в пьесе и в нашем спектакле, кажется, что в какой-то момент весь мир охватила какая-то судорога, и никто не может понять, почему. Брехт, рассуждая, вызывает, на мой взгляд, огромные эмоции. Самый лучший смех – это от радости узнавания. Какие бы страшные вещи мы не узнавали, но когда мы вдруг узнаем, мы узнаем правду, и узнаем вдруг какую-то точно сформулированную правду про себя, про время, про жизнь, то становится очень смешно. Брехт на самом деле очень остроумный человек. Человек как таковой устарел. Есть и пить устарело. Думать устарело. По-моему, можете писать, что хотите. Потому что книгопечатание, как и книгочтение, устарели. Я всегда считал, что у нас мало читают в классе. Прежде всего, им надлежит быть в каждой тюремной библиотеке. Мой девиз такой. Хорошую книгу в тюремной библиотеке. В ощущении страха есть желание его преодолеть. В ощущении отчаяния, испытывая отчаяние, мы пытаемся с ним бороться. В состоянии спокойствия мы легко впадаем в летаргию равнодушия. Телефон! Очень важно ощутить себя на краю пропасти. В какой-то мере это, если не залог, то во всяком случае это дает возможность не упасть в пропасть. И мне кажется, что и зритель, человек в зале, я не очень люблю слово «зритель», человек в зале заслуживает тоже определенной духовной, интеллектуальной встряски. Потому что если он на нее способен, значит, не все потеряно. I know what you're gonna do, love. I know what they got.